Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 7 августа. Мы находимся на улице. Сегодня погода прекрасная. Бонни, он что-то ко мне сразу прибежал. Так же верблюд еще. Иди, он смотри, там смотреть надо. Вот, выводят, значит, верблюдов на прогулку. Погода градусов 25, наверное, по Цельсию. Настроение хорошее. Бонни наслаждается. Он, видите, очень смело себя ведет. Я бы даже сказал, по-нахальному. Вон, видите, уже ничего она не боится. Вон, все верблюды здесь. Бархан, Мартин. Бонни, аккуратно, не надо его обижать. Бонит. Бонька. Верблюдов не обижай, видите, они тут. Пришли, им тоже интересно. Да, Бархан, скажи, что происходит? Мартюша, молодец. Мартюшечка, молодец. Браво, ребят. Ребята, браво. А Бонни уже начинает забираться. Вот, кстати, ее мусор она разжевала веточки, которые я ей дал. Это березовые веточки. Такая у нас сегодня компания. Да, кстати, вон, видите, Бонни у нас гуляет тут сама. А вон у нас еще здесь есть вот такой гость, жираф. Зовут его Багир. В цирке в российском это большая редкость. Вон, видите, я вам рассказываю, у нас Мартин сразу ко мне приходит. Вон, я вон Багира показываю. А Мартин прям со мной тут стоит. Вот, что-то хочет мне, наверное, сказать. Браво, мой хороший, браво. Вон Бонни у нас тут тоже время проводит. Досуг у нее. Мартюш, ну что ты? Расскажи, как у тебя дела, Мартин? Мартюшка, как дела у тебя? Ну, это же не сушка. Это не сушка. Да, это не сушка. Мой хороший. Вон, видите, сзади вон компания какая. Все в ряд встали. Бонь, ты уже не боишься верблюдов, скажи, да? Уже не страшно? Раз. Бонни такая. Так, пошла зарядка. Бонька. Бонька-теребонька. Но это хороший, на самом деле, показатель, потому что он говорит о ее настроении, о состоянии здоровья. Для нее это очень, скажем, вещи... как правильно выразиться? Свойственны ее виду. Вот, так что все хорошо. Мартюш, Мартин, Мартюшка, Мартюша, Мартин, скажи, здесь интересней. Мартион, смотрите, смотрите, думает. Мартюша, ну вот так вот они спокойно вот ходят, к жирафу не пристают. Ты что, сыришь? На, лови. Оп. Видите, за горбов выглядывает. Вон он там. Все-таки Мартину интереснее вон с Бонни пообщаться. Бонни сразу раз наверх прыгает. Мартюш, скажи, что непонятно, да? Что это за зверь такой, да, непонятный? Что это за волосатый человек? Не даешь ты мне поснимать, да? Не даешь. Не даешь, мой хороший. Мартин, сейчас ты все разрушишь. Пойдем. Бонька, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Банюш. Иди, не бойся. Пойдем. У нас, вот видите, одной рукой снимать тяжело, и все. Боня убегает сразу. Куда ты же побежал? Ты же ничего тебе не сделают. Ну, иди, тебя поцелую. Иди, иди, поцелую тебя. Иди, мой хороший, иди, не бойся, иди. Иди, папка поцелует, ничего страшного. Вот, сиди здесь, все будет хорошо. У нас тут и собаки. Антар, Маршал. Тоже наблюдаю все со стороны. Вот, видите? Влад уборкой занимается. Вот он.
кто спрашивал, где Влад. Влад здесь. Влад, привет передай. Привет. Очень рад. Ова. О, видите. Ну-ка, Бонька, покажи там, давай. Что там, Влад? Бонька. Банюш. Бонь. Ох ты, ой. Ой, ты молодец. Завлекает Влада, чтобы он подошел. Кто не знает, это у нас. Это у нас Умка. А это у нас Бархан. Это Кеша. Это Леся. А это у нас Мартин, который только что подходил. Вот, а это там Багир спрятался. Смотрите, Мартин пошел на разведку. Пошел на разведку посмотреть, как у Багира дела. Вот смотрите, вот такой верблюд около 800 килограмм весит. И насколько он в сравнении с Багиром меньше. Смотрите, какой он высокий. А раз. Конечно, интересное животное. Мартин тоже сушку захотел. Где бы они еще встретились? Интересные кадры, смотрите, нюхаются. Верблюд с жирафом. Первый раз такой вижу. Интересно. Бонни говорит тоже, что там происходит, непонятно. Ты давай наверх поднимайся ногами, по грязному асфальту ходить. Папка потом все это протирает постоянно. Ноги твои моет. Вот такая, друзья, у нас атмосфера. Кто-то рассказывает, что верблюды плюются. На самом деле они не плюются, они вот так разбрасывают свои слюни. Вот такого плевка плюются ламы. Вот они прям плюются. Тоже пошли. Оп. Смотрите, вот то, что стайные животные, сразу друг за другом пошли. Вот, видите? О, и Умка сразу пошел. Привет! Здрасте! Здрасте вам! Здрасте! Здрасте, мордасти! Здрасте вам! Здрасте вам! Вы чё такой красивый? Вы чё такой красивый, обалденный, да? Чей нос вот этот? Нос, курнос? Чей нос такой? Моя умница, ты молодец. Ты молодец. Вон, смотри, там жираф. Пойдешь к жирафу? Ну вот, друзья, у нас вот такие вот, в общем, дела. Наслаждаемся летней погодой. К сожалению, август уже, полавгуста практически прошло. Вот, но одна треть так точно. Желаю вам всего хорошего. Заходите к нам на канал почаще, пока я снимаю такие простые ролики. Подписывайтесь на телеграм-канал, там много чего интересного. Новости, которые у нас происходят, все выкладываю там. Ссылка будет в описании. Желаю всем хорошего настроения, друзья. И до скорой встречи в следующих роликах. Пока-пока.